Вот в одно прекрасное время мы на поле скирдовали. Скирдуем, ребят наш возите в вихаря. Подошел обед. Все наши ребят с нами покушали, и нет их, улетучились. Они ушли в пруд, в котельниц, и сломали там для рыб сеть. И как их погнали оттуда. Была война и мир, и тут я 2 недели болел. И вот мы войну и делали за своих детей, как детей жалко. Кровь свою отдавали в грудь. Каждая мать за своим сыном. Ой, ой, они за ним я. Ой, Миша. Накидывается. Я боролся, не давал, чтобы я убил. Как мне один. Вот таким вот колом, как дал по спине. Я и кверх ногами. Все равно не дала Мишке, чтобы в обид. Я бы, ай, не трогать, ехать домой, на лошадях, ехать домой. Да ехать домой, куда вы летите? Они все равно к матерям жмутся. Синделек, задавлю, сейчас задавлю. А я вот там задавлю, этот студент задавлю. Как дали все, как пух, прах разлетел, стекой не чутко. Всех, кто куда попал. И мы пошли, я хватил, как дали мне по плечу, я пошла, с сумкой кричу. Вот и все, вот как защитил своего дитя. Вот сяду и по матери плачу. И такие я горькие словечко говорю. И ты моя дорогая мамушка, и ты моя разродненькая, и как ты меня жалела, и что ж с тобой случилось, а? И раскорбна ты моя мамушка. И пойдешь ты по этой дорожке, и мы тебя схороним с своей изголовушкой-то. И ты нас жалела. И очень умна ты у нас была и желанна. И котят слезы. И не знай как. Ведь всех, и всех пятерых она вырастила. И никогда ни одного дитя, чтобы она обидела и чтобы она обругала. Так и шумите. Ребята, где вы тут? Сейчас, бабуль. Ребяточки, где вы? Идите. Итак, вон какая у нас была умница, да хорошая. А пришлось ей ослепеть. Горькая стала. И залегла она в постель. Девки-курницы глядят три стекольницы.
Благо человека любит, отпущай грехи, потребляй неправды, ослаби, остави, прости все вольные его согрешения и невольные, избави его вечные муки и огня гиенского, и даруй ему причастие и наслаждение вечных твоих благих, уготованных любящим тебя, аще бо согрешим, но не отступи
от Тебе, и несомненного Отца и Сына и Святого Духа, Бога Тебя строим. Вот он на лошади. Ехал фамилия Хомутинников. Откуда вон такой Хомутинников? И ехал по полю, хотел найти деревню. И заехал лошадь в барак. Урга велася, и не знай какая. И он выпился в толупе. Лошадь его завязла по ушам, и он помер. Хомутинников его фамилия, название. И барак сейчас назвали Хомутинников. Вот. Вот был бедный человек. Пришел копать к барину колодец. В бараке. А там глубина. И он копал. И обрушился колодец. И придавили этого Лахтюхинова. И все: «Ой, раба Лахтюшка!» А он: значит, наверное, не очень резко его там придавили. Поплакал недель, поплакал, и все. И вот название у нас барак Лахтюхин. Энд Хомутинников замерз, а этот Лахтюхин пропал. Газ, в 16-м году вместе с Тимошкой Ключниковым на Германской были. Вместе к австрийцам мы попали. У них там пруды, рыба, видимо-невидимо. Вот так вот рукой зачерпнешь, сразу целая гвоздь. Мы не выдержали, и наш пулемет обменяли у хозяев на сеть. Пулеметчики. Наловили рыбки, ушицы сварили. Ну, а офицер нам: «Ежели, говорит, обратно не вернете пулемет, всех расстреляю на месте, Супкины дети». А мы пошли и влипли к ним, к австрийцам. Григорьевич, что ж ты варежку-то разинул, как Маркев? Тебя ж фотографируют. Yeah.
14-я рота. Спасибо, 15-я рота. Спасибо, 16-я. Спасибо, 17-я рота. Спасибо, 18-я рота. Спасибо, 19-я. Спасибо, 20-я. Thank you.
Гриша, куда побежал? Обуй сапоги, а то простудишься, глупый!